Наталья Рудова – знаменитая российская актриса. Она приобрела популярность после выхода сериала «Татьянин день». Иногда помимо участия в фильмах и телесериалах снимается в клипах популярных музыкантов. Популярная российская актриса никогда не страдала от недостатка мужского внимания. Вокруг Натальи всегда вьются толпы поклонников. Эта привлекательная блондинка разбила много сердец. Личную жизнь артистки начали активно обсуждать после того, как Рудова покорила сердце Кирилла Сафонова. В настоящий момент мужчина женат на другой девушке. Отношения Сафоновой и Рудовой не привели ни к чему серьезному. После расставания блондинка недолго была в одиночестве. Она быстро нашла замену бывшему парню. На этот раз Наталья закрутила роман с российским певцом Дмитрием Колдуном. Они даже некоторое время жили вместе, но и эти отношения закончились расставанием. Поклонников актрисы и певца такая новость расстроила, ведь они были очень красивой и гармоничной парой. Дмитрий Колдун отлично подходит на роль будущего мужа Натальи Рудовой. Но все сложилось иначе. В 2010 году пара распалась. В 2013 году артистка выложила в Instagram снимок с актером Марио Какасом, который подписала «Мой парень». Такое заявление удивило подписчиков, но еще больше удивился сам актер, когда новость дошла до него. Мужчина заявил, что с российской актрисой у нее нет никаких отношений. Кроме того, у него есть постоянная дама сердца – Мария Вальверде. В 2016 году журналисты заметили актрису в компании певца Кирилла Туриченко. Они зажигали на вечеринке и целовались. Естественно, это породило слухи об их отношениях. Позже Наталья заявила, что между ними нет ничего, кроме дружбы. А страстные поцелуи стали результатом алкогольного опьянения. Дальше у Рудовой завязались теплые отношения с музыкантом Артемом Пиндюрой. Их совместная жизнь продлилась порядка года. Неудивительно, что поклонники ждали, когда же пара узаконит отношения и у них появятся дети. И Артем даже решился на этот ответственный шаг. Он предложил Наталье руку и сердце, но девушка ответила отказом. Это стало финальной точкой, и пара рассталась. В 2017 году личная жизнь Натальи Рудовой опять стала одной из самых обсуждаемых тем. Девушка сначала выложила в сети фото с актером Микаэлом Арамяном. Затем в Instagram появился снимок, на котором у актрисы заметен небольшой животик. Естественно, поползли слухи, что девушка беременна. Поклонники Натальи еще не успели порадоваться за будущую мать, как оказалось, что живот не настоящий, а просто грим, необходимый для новой роли. А Микаэль Аранян не новый возлюбленный, а напарник по съемкам. Актеры вместе играли в фильме «Любовь в городе ангелов», исполнив в нем главные роли. В том же году подписчики заподозрили Рудову в романе с комиком Женей Синюковым. Однако актриса опровергла эту информацию. Однажды девушки даже приписывали роман с Захаром Саленко, участником шоу «Дом-2». Молодой человек написал актрисе сообщение в соцсети, что и спровоцировало данные слухи. Российская актриса любит провоцировать поклонников. Подписчики активно следят за ее личной жизнью и интересуются, с кем встречается Наталья Рудова. Собирается ли она выходить замуж и заводить детей? Но пока подобного рода информации в сети нет.